Традиционные культурные ценности, вера и любовь – все это сейчас защищает Россия. Картину мира глазами ростовского художника Максима Ильинова видит западная аудитория. Международный проект «Максимус» готовился с начала спецоперации. На его полотнах давно известные, но забытые истины. Мы коммуницируем с иностранной прессой, с иностранными художниками и так далее. Они говорят, Россия – это про что? Почему вы защищаете свои ценности? Почему вы решили закончить войну на Украине? Начали борьбу с нацизмом и так далее? Какая ваша картина мира? Максимус, вот языком именно стрит-арта, это уличное такое искусство. Здесь мы видим работы на холстах, но трафареты все есть. Потом эти трафареты войдут в плоскость городов. Одна из центральных работ, по словам автора, «Рождение сверхновой». Этот процесс, по его мнению, идет сейчас в России. Шелуха осыпается, и тысячи прекрасных людей, как маяк, дают культурный и духовный свет всему миру. Это мощные идеологические снаряды, мощные идеологические бомбы, которые заполняют сейчас пространство, которое пусто. Современной молодежи очень нужно во что-то верить. А искусство – самая мощная программа. И сейчас, в его время, решаются самые актуальные вопросы. Во что верить? Как строить семью? Как строить Россию? Как строить государство? Посмотреть выставку пришли люди разного возраста, национальностей, профессий. Здесь военные, предприниматели и режиссеры, которые хорошо знают силу художественных образов. Такие выставки, где мы говорим через творчество, через художественные образы о современной картине мира, вообще что происходит, они очень важны, поэтому я думаю, что эта выставка будет интересна широкому кругу зрителей, но и, я думаю, в первую очередь молодежи. Автор считает своим долгом реагировать на происходящее в мире, особенно в такое тяжелое время, и уверен, что его образы будут появляться на улицах городов новых российских регионов и других стран. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.